Если посмотреть туда наверх, там просто очень много совершенно замечательных явлений происходит, которые можно наблюдать просто глазами и делать выводы. То есть основываясь на просто обыкновенных наблюдениях, может быть, в течение суток, месяца, года, да, может быть, нескольких лет, если задаться такой целью, то можно очень много выводов о том, как там, чему там двигается и как все устроено, просто на основе обыкновенных наблюдений глазами. А если мы при этом еще чего-то слышали про то, как все на самом деле крутится, что это Земля вокруг Солнца крутится, а не наоборот, хотя это все довольно относительно. Вот. Потому что, смотрите, вот сейчас я вот начинаю крутиться, я ногами землю поворачиваю, и вы все вокруг меня крутитесь, да? То есть вроде бы как вам очевидно, что я кручусь, но на самом деле система, если точка отсчета связана жестко со мной, да, то вот я вот кручусь вроде бы, да, а на самом деле относительно этой системы, если это прямо, весь мир вокруг меня крутится, и вы крутитесь тоже, хотя вы ничего не делаете. Вот, поэтому на самом деле говорить о том, что Земля крутится вокруг Солнца, или Солнце крутится вокруг Земли, и то и правда, и относительно правда, а если посмотреть с точки зрения, там, не знаю, звезд, да, вот маленькая наша Солнечная система, да, и там вот Солнышко, здесь планеты какие-то крутятся. На самом деле там все двигается относительно друга. Просто Солнце очень большое, Земля очень маленькая. Поэтому вот очень большое Солнце, очень маленькая Земля. У них центр масс, если понимать, что это такое, она находится очень-очень близко к Солнцу. Поэтому вот такая вот качель получается. Здесь такая гигантская гантель, а там такое маленькое-маленькое нечто. Оно так крутится, у него центр масс очень близко к этой гантели. Вот. И получается, что вроде бы как более естественно говорить, что вот там вот маленькая штучка вокруг этой очень тяжелой гантели гири и крутится. Да? Вот. Но все эти вещи, еще раз говорю, можно наблюдать просто глазами, уже там, мы договариваемся относительно начальной точки отсчета. Да? Вот. Если мы ее жестко привязываем к Солнцу, то все, мы крутимся. Если к Земле, то Солнце крутится. Вот, или можно более универсально смотреть. Но я хочу сегодня поговорить вот о чем. Смотрите, скажите мне, пожалуйста, кто из вас считает, что Солнце восходит на востоке? Никто не считает. Вот один нормальный человек есть. Так, все, больше никто не считает. А садится на запад, да? Это же совершенно общее знание некоторое. Нет, но общечеловеческое. Плюс-минус 90 градусов. А? 90 градусов. Плюс-минус. На картинке 90 градусов. На картинке? Ну нельзя 90, но сколько-то градусов, на картинке 90, да? Да. Смотрите, я в какой-то момент столкнулся с совершенно удивительным для меня явлением. То есть у меня получилось его просто открыть для себя, живя в этом замечательном здании, которое называется главное здание МГУ. Вот. Пока я там учился, был студентом в одной комнате жил, потом стал аспирантом, в другую комнату переехал. И вот, как видите, там окон много, и они в разные стороны выходят. Прямоугольничек такой нарисую, вот здесь. Это условное изображение, да, оно там более разлапистое это здание. Но вот условно направление окон можно вот так изобразить. Вот сюда вот окна выходят в эту сторону, сюда тоже, сюда, и туда. И вот я жил в двух комнатах. В одной комнате окно вот так выходило, вот так вот окошко, раз. А в другой комнате вот так вот выходило окошко. Вот. Ну и когда человек студент, то по разным причинам, например, сидишь, думаешь о какой-нибудь задаче, хочешь ее решить, и не можешь оторваться, и думаешь всю ночь, смотришь, о, солнце уже зашло. Ну или по каким-нибудь другим причинам, там он тоже всю ночь не спал. Хотя потом сказывается на том, что человек крайне экономил. Как бы то ни было, летом, в день примерно летнего солнцестояния, кстати говоря, я вот сегодня включил компьютер, и мне какая-то программка сообщает, сегодня день летнего солнцестояния. Вот, так вообще 21-22 примерно. На самом деле там, сегодня 21. Да, сегодня 21. И вот оно мне сегодня не сообщило. И вот сегодня же этот доклад, поэтому это совершенно удивительно, мне это радует.
что такое совпадение. Так вот, я заметил, что в день летнего солнцестояния, вот там видите направление там, летом, да, солнце вылазит прямо по курсу. Я смотрю, вот так, из окна, смотрю, и вот оно прямо вот так вылазит. Вот точно, да? Думаю, ну здорово, замечательно. Потом, значит, студенческие годы закончились, началась некая аспирантура, не важно, что это такое. Я стал жить в другой комнате, у которой окна стали выходить вот сюда. Я заметил, что в день зимнего солнцестояния, то есть ровно через полгода, ну, после 21 июня, то есть на 21-2 декабря, солнце опять вылазит прямо по курсу. Тут горизонт, и оно оп, вылазит. Вот так, как там изображено. Я думаю, ничего себе, как интересно. Вот. Стал думать, чего там как посчитать, посчитал, и оказывается, что действительно на широте главного здания, ну, Москвы, условно говоря, именно это происходит. А что сейчас вам скажу? Я стал, вот, имея это наблюдение, я стал загадывать загадку разным своим знакомым, там, географам, математикам, самым разным людям, самой разной степени образованности, даже самым образованным, и я сталкивался с тем, что открывались удивительные, ну, как мне казалось, непонимания, которые просто были следствием того, что человек, ну, просто мало об этом думал. На самом деле, то есть человек может быть очень-очень образованным, знать много чего, но не уделяет внимания тем вот вещам, которые там происходят. Вот. И поэтому просто какие-то вещи он не будет для себя четко осознавать. Вот. Я задавал два вопроса. Первый вопрос. Вот, значит, вот он. Картинка вот эта, да? И это наблюдение. Вопрос первый, где север? То есть где стороны света? Как их расположить? И тут мы сталкиваемся с этим стереотипом, что если солнце восходит на востоке, а тут опа, оно и там восходит, и там восходит. И где восток? И там, так уж быть не может. Восток это направление на восток, это же конкретное направление, да? Вот. И все. Если человек прямо так вот, у него жестко сидит в голове, что солнце стоит на востоке, то он теряется. И нужно какое-то усилие, чтобы подумать, как там, чего, да, и вот понять, где стороны света. А второй вопрос сложный, там, где уже нужно считать, да, это на какой широте этот дом. Оказывается, эти дела сильно зависят от широты. Это еще нужно понять, что широта. Это еще подъедет. Конечно, не сложно, это я сейчас все объясню, но это уже вопрос гораздо более сложный, чем вопрос, где север. То есть здесь простой вопрос и сложный. Давайте сначала ну, вот о чем. Что такое вообще стороны света? Откуда они берутся, да? Смотрите, однажды я столкнулся с такой инструкцией к солнечной батарее. Знаете, что нарисовано? Вот солнечная батарея, да, и вот показывается, как солнышко по небу двигается зимой и летом. То есть вот они вот к этому представлению, да, что солнце, скажем, восходит на востоке вот тут, садится вот там на западе, то есть там, соответственно, север, тут юг, да, и вот мы батарею вот сюда ставим, и солнце как-то вот так вот бегает, и вот якобы зимой оно уходит более-менее вот так в почти вертикальной плоскости, а зимой эта плоскость вот так вот наклоняется близко к горизонту, становится почти горизонтально, и, значит, солнце низким горизонтом идет. Так вот, все не так устроено. Почти везде, кроме ну, двух точек Земли, это полюсов, совершенно понятно, что такое север. Сейчас тоже определимся с тем, что это такое. А все остальные стороны, вот, кстати, смотрите, видите, здесь вот на этой розе ветров, неудивительно, что направление на север вот, такое оно как бы выделено. Дело в том, что действительно первично направление на север, а все остальные стороны света, они уже от него, так сказать, ну, отсчитываются, то есть являются производными от этой величины, в этом смысле, что у нас есть некое начальное направление, а потом что мы делаем? Обратное направление это будет юг, да? На 90 градусов сюда это будет восток, а сюда это будет запад. Все. То есть если есть направление на север, если мы знаем, где север, все остальные стороны света, они вот так вот определяются. Как же определить, что такое север? Вот смотрите. Если включить фотоаппарат, примерно в сторону, да куда угодно, на небо направить фотоаппарат и поставить на длительную выдержку,
получится вот такие вот красивые картинки. То есть звезда двигается как-то по небу, да? Ну, не, вращается вроде бы, да? И они, вот звезды, заметают такие отрезочки. И вот тут явно видно, что вроде бы как все, что любая звездочка, она двигается как бы вот по окружности вокруг некого центра. И вот этот центр, это и есть то, что называется, ну, примером. Вот там вот находится полярная звезда. То есть самая близкая, хоть сколько-нибудь яркая, хоть сколько-нибудь заметная нашему глазу звездочка, которая близка к центру, вокруг которого все вращается, это и есть полярная звезда. Там их звездочек немного, поэтому... Кстати, другой вопрос. Кто умеет искать полярную звезду? Вот так, да? Это можно будет, если вы не очень... Ребят, на всякий случай, небо в Португалии отличается от неба в Москве. Если кто-то вот хорошо смотрел на небо в Москве, что очень тяжело, поскольку в Москве чаще всего, что называется, от города подсветка, да и тучи часто и так далее, вот, то можете обнаружить, что в Португалии, что называется, все совсем по-другому. Очень сильно. Отличие очень сильное, на самом деле, по широте. Вот, это первое. Второе. Все понимают, что полярная звезда, конечно, здесь ни при чем. Она просто более-менее случайно там оказалась. А на самом деле это направление куда? Магнитный полюс. Что это за направление, как оно связано как с тем, что, магнитный, что, с тем, что, что делает Земля, честно это увидим. Смотрите, да, как я сказал, полярная звезда просто она оказывается близко вот к этому центру вращения. Да? Вот, и можно, вот смотрите, тоже пронаблюдать довольно, так сказать, на личном опыте, что чем севернее мы находимся, тем вот ближе вот к зениту, к вертикальному направлению, вот этот центр вращения и находится. А чем ближе к экватору, тем ниже будет этот центр вращения. То есть ну, на экваторе, получается, небо вращается вокруг вот некоторой точки, которая лежит почти на горизонте. И, кстати, если мы зайдем в южный полушарий, там вообще будет ужас. Там все будет вращаться вокруг противоположной точки, поэтому давайте про это не думать. Мы находимся сейчас в северном полушарии, и у нас наблюдаемое небо, оно крутится вокруг вот именно вот той точки, где примерно находится самая полярная звезда. Не думать это, конечно, хорошо. Да? Как в южном называется полярная звезда? Кто знает? Аналог полярной звезды. И полярный аналог. Крест. Да. Южный крест. Да. То есть вот к той точке, вокруг которой все в южном полушарии вертится, ближе всего созвездие Южного креста. Ну хорошо, а что же значит, что вот небо вращается вокруг более-менее одной и той же точки? Как же это так может... Как, вот мы находимся в громадном вот этом пространстве космическом, там где далеко звезды, которые вот мы смотрим, они более-менее неподвижны на небе. Вот эта вся конструкция громадная, она так вращается, да, вокруг нас. Это если мы фиксируем точку отсчета, жестко связанную с нами. А если мы теперь посмотрим снаружи, вот мы поднимемся, например, там Сириус, так будем смотреть, внимать, что происходит на этой Земле, да? За счет чего это вращение происходит? Нет. Вращение вокруг своей оси? Конечно, да. Просто Земля вращается вокруг своей оси. И более того, мы отсюда видим не только то, что Земля вращается вот некоторым образом вокруг некоторой оси, мы еще видим совершенно замечательную вещь, которая на самом деле далеко не тривиальна. Мы видим, что в любое время года эта ось вращения, она направлена в одно и то же место. Вот. Этим мы чуть позже воспользуемся. Это важно для людей. Вот. А сейчас пока смотрите, мы значит, зафиксировали, что если мы находимся ну, там, где угодно, либо вот в наших широтах примерно, либо вот даже на экваторе, вот все вращается вокруг одной и той же точки. И при этом, если мы смотрим на траекторию любой фиксированной звезды, получается вот такая вот штука, что она вроде бы как движется по окружности. То есть вот смотрите, на этой картинке, да, значит я сразу должен сказать, что эти картинки все, они, это, история была такая, дело было в Черноголовке, там попросили какую-нибудь интересную лекцию рассказать из интернета, скачал разных картинок, ну, подходящих мне под рассказ, и вот накидал и что-то пририсовал, какие-то стрелочки, там,
надписи. Поэтому здесь будут встречаться некоторые, скажем так, ну, несоответствия действительности. Вот, смотрите, вот вы сейчас видите эту картину. Я утверждаю, что на ней кое-что нарисовано неправильно. Детали, мелочи на самом деле, которые не сильно мешают нашему пониманию того, что происходит, но все равно неверно. Смотрите, сейчас я обращу ваше внимание. Тут земля изображена как шар. Не-не-не, смотрите, здесь наоборот земля изображена как плоский диск. Даже еще круче. Не хватает только этих черепах и трех китов, да, чтобы подвесить. Дело вот в чем, что, смотрите, мы находимся вот в этой точке, там земля такая круглая всегда, но мы же видим небо, только которое находится вот над этой плоскостью, вот, которая горизонтальная. Она называется плоскостью горизонта. Да, горизонтальный горизонт. Вот. И это первое, что мы видим только эту вот полусферу. А во-вторых, звезды находятся очень далеко. И смотрите, вот, можно представить, что мы находимся в такой капсуле, скажем так, радиус, не знаю, 10 метров. И вот мы смотрим, вот там, где звезды находятся, опа, и отмечаем на этой, на поверхности этой капсулы, скажем, на прозрачной, мы отмечаем все вот звездочки вот так, да? Берем другую капсулу, которая радиусом 10 метров, вот там, километр или 10 километров, и то же самое делаем, раз аккуратненько. Вот если мы будем смотреть из этой точки, вот из нашей, то мы не сможем отличить, это у нас 10-метровая капсула или там 10-километровая капсула, потому что направления будут одни и те же. Вот. Вот так эту сферу и нужно понимать. То есть, кто, может, не знаю, если слышал геометрию, такое есть понятие. Гематотия? Кстати, гематотия здесь, да, очень, да, это уместный термин, потому что вот эти вот сферы, они с изображенными на ними точками, да, они будут реально гематотичны. Просто умножаем, да. Так, вот у нас есть некая плоскость горизонта, да? И вот то, что называется небесной сферой. То есть можно себе так представить, что вместо очень далеко расположенных звезд, на самом деле вокруг нас некая большая сфера, к которой прибиты эти самые звездочки. Да? Вот как вот раньше некоторые в древности себе это все мыслили, да, что есть некое твердое небо, да, и там вот прибиты звездочки. Давайте себе так мыслить, что есть неподвижные относительно этой небесной сферы звезды, и вот это все небо вот так крутится вокруг нас. И крутится вокруг некого направления, рядом с которым находится полярная звезда. Так вот, смотрите, если вот просто себе представить объемную картинку, вот этот шарик объема, да, мы, значит, смотрим с такого ракурса, что вот эта вот плоскость горизонтальная, она как-то вот так повернута, видите, да? Такая перспективу немножко получается даже. Вот. Что будет, если мы вот в этой вот нашей точке, где мы находимся, восстановим перпендикуляр? Он же нашу сферу где-то проткнет. На рисунке изображено, что он вот доходит прямо до этого края, вот, который мы видим. Как на самом деле должно быть? Где он должен? Где эта прямая, перпендикулярная нашей плоскости, вот этой, да? Перпендикуляр восстановлен из этой точки. Восставленный все-таки. Восставлен, а не восстановлен. Восстановлен, это когда что-то сломали, потом починили. А перпендикуляр восставлен плоскость. Хорошо. Восставлен. Честно. Да. Очень похоже на восстановлен, но оно отдельное. Согласен, да, сейчас. Восставлен, да. Итак, вот смотрите, я отдельно нарисую, потом сотру. У нас шарик. Тут где-то у нас плоскость, да? Вот тут серединка этого круга. И мы выставляем, получается, все же восстанавливаем. Перпендикуляр вот отсюда. И смотрите, вот мы же видим этот шарик вот отсюда. Вот мы чуть-чуть сверху на него смотрим. То есть, если вот мячик лежит на земле, у него есть самая-самая верхняя точка. Самая вершина. Мы же ее видим. Она не на краю нашего зрения. Она вот тут где-то находится. Вот до сюда доходит. Ну и там дальше может протыкает и продолжается. Там изображено, что якобы доходит до самого вот этого края. Это не очень правдоподобно, просто нужно это понимать. Вот. И также здесь, например, вон там, смотрите, написано в
вон фраза «star at its highest», да, то есть звезда в своем самом высоком положении. Вот, вот там, вот там, вот там, аж на самом верху написано. И тут будет то же самое, если у нас вот звезда пошла как-то, раз, то самое высокое положение у нее будет вот чуть ближе к нам, а не на краю этого круга. Но это просто к тому, как все изображено, чтобы было соответствие с тем, что мы себе зрительно представляем, и тем, что схематично изображено. Так вот, значит, ну давайте, да, про слова английские, ну... Да просто перевести. Давайте кое-что, да, все переведем. Смотрите, значит, что здесь изображено. Вот есть некая траектория звезды в течение, скажем, суток. Вот все вертится вот так, да, и вот звезда двигается вот так же, как здесь было на предыдущем слайде. Вот по этим окружностям, вот так же и здесь есть направление на центр вращения нашей сферы, вот, и звезда просто вот так вот крутится. Вот. И что здесь написано? Здесь написано, что здесь звезда путешествует под горизонтом. Понимаете? То есть, если, скажем, вместо звезды у нас Солнце, например, да, то вот смотрите, это же у нас направление на север, вот оно, видите, ну, это север, то получается, что если мы вот посмотрим из нашей точки, вот отсюда, в сторону горизонта, и чуть-чуть вниз взгляд опустим, и предположим, что мы протыкаем наш горизонт, мы видим там Солнце. Солнце будет на севере. Казалось бы, не бывает, потому что Солнце на севере. Ну, вот. Вот так вот. Дальше. Что здесь еще нарисовано? Вот. Глобус, ну, то есть вся эта сфера, вращается вот таким вот образом, и стрелочек показывает. Да? А, вот север у нас, да, юг. А, он там вверху Зенит находится. Кто знает слово Зенит? Это вот прямо то, что и надир. А обратно это менее известное слово, это надир. Ну, тоже все. Кстати, я знал одного человека, которого звали надир. Но ни одного человека не звали зенит. Итак, зенит – это что такое? Это если мы ровно туда вверх смотрим, да? То есть в каждой точке Земли так, зенит так, да. Свой. Это нужно понимать, да. Что если мы находимся здесь, аллею, да, то у нас будет зенит, это будет направление перпендикулярно этому горизонту. Вот этой касательной плоскости еще более. Это у нас сфера, и плоскость так касается. Вот. Если мы будем где-нибудь в Москве, то ну, там уже будет направление. Да, кстати, смотрите, это же как, вот если вот это у нас Земля, большая, вот есть одна точка на ее поверхности, вот есть другая точка на ее поверхности, а вот центр Земли. Как нам здесь изобразить, вот если это центр Земли, это вот одна точка на поверхности, а вот другая на поверхности. Надо соединить. Да, чтобы получить направление в зенит, нужно из центра вот сюда вот так вот раз-раз-раз и так проткнуть. Это вот одно направление в зенит, а вот тут вот другое направление в зенит. Да, и здесь будет, соответственно, плоскость горизонта какая-то вот такая вот, а здесь другая совсем, она будет вот такая плоскость горизонта. Называется касательная плоскость к сфере. Да, называется касательная плоскость к сфере. Вот она вот так раз и касается в одной точке, в той самой, в которой мы находимся. Бок изменения. Бок изменения. Вот, видите, слово «эксис» написано. Это ось. Это вот та самая ось вращения, да? Ось вращения, которая все вокруг нас вращается. Вот, итак, здесь, вот видите, звезда восходит, star rises, а тут star sets. Она садится, то есть она вот там вылазит, идет по небу, опа, и садится. И неважно, на небе есть солнце или нет, мы ее будем видеть, эту звезду, обязательно, если солнце будет за горизонтом, да? Ну, если облаков не будет. А если будет солнце, вот тут, солнышко изображено, она будет просто ее будет засвечивать, мы не видим. Вот. Так, Александр, все понимают, что когда солнце светит, звезды все равно есть. Кстати, вот смотрите, можете ли придумать какой-нибудь способ вот,
Если Солнце за горизонтом, то видно много звезд. Но ведь действительно, вот там же тоже звезды есть, вот там, где Солнце. Вот Солнце вылезло, да? А мы вот сейчас, вот немедленно хотим увидеть те звезды, которые вокруг Солнца находятся. Как это сделать? С орбиты. С орбиты? То есть, значит, мы взлетаем, да? Из атмосферы поднимаемся, да, и что? И смотрим. И смотрим в сторону Солнца. И почему мы видим звезды? Потому что Солнце не засвечено, как нету. Да, но в том, что здесь у нас все светится из-за атмосферы. Солнце освещает нашу атмосферу, и она вот таким голубеньким светом светится сама. Да? Из этого происходит вот такая сильная засветка всех звезд, которые находятся около Солнца. Но если Солнце вот как-нибудь так закрыть, да, либо подняться из атмосферы, чтобы не было этого, но потом все равно придется Солнце закрыть, что иначе у нас ослепит, и ничего не будет. Да, так вот закрываем, да, из космического корабля, и вроде все видно. А как еще? Бывают ли такие ситуации на Земле, что можно увидеть звезды? Конечно. Когда Луна, она вот так идет, вот, да? Вот. Кто видел солнечный закон? О, да. Ну хотя бы, если вживую кто не видел, то, по крайней мере, по телевизору или на картинках это обязательно, я думаю, увидим. Так вот Луна идет и закрывает постепенно Солнце, и вот в тот момент, если полное солнечное затмение, получается диск Луны закрывает диск Солнца, и тут видны звезды вокруг. Не так ярко, как ночью, но все равно очень хорошо видны. То есть самые яркие звезды, они прям сразу раз и проявляются. И это бывает совершенно удивительно наблюдающе. Хорошо. Так вот, смотрите, значит, что мы отсюда можем понять? Что, во-первых, в течение дня, в течение суток, Солнце тоже вот описывает такую же окружность вокруг вот этой вот оси. И что же получается? Оно получается в течение суток более-менее вот в этой плоскости двигается, да? То есть в плоскости, которая перпендикулярна нашей оси, направлению, например, на полярную звезду. То есть, если у нас есть такой, это называется, инвариант, то, что не меняется со временем, или там, где была показана траектория Солнца, вот в такой плоскости, а потом в такой плоскости. Но мы сейчас увидели, что эти плоскости, в которые двигается Солнце по небесной сфере, это просто вот такие вот, оно двигается по окружности, да, которые в плоскости перпендикулярны нашему направлению на полярную звезду. И что же происходит в течение года? Если бы Солнце сидело все время в одной и той же точке относительно звезд, мы были просто зафиксированы, вот мы Земля, а вот Солнце, никто бы не вращался, то вращение Земли вокруг своей оси, оно бы нам давало просто-напросто вот то, что Солнце двигалось по одной и той же траектории, и длина светового дня, скажем, не менялась бы. То есть не было бы тогда коротких дней зимой и длинных дней летом. А мы же наблюдаем на практике, что это есть, что зимой не более короткие, летом более длинные. И смотрите, если мы вот это вот понимаем, как Солнце движется в течение суток, мы обязаны сделать вывод, что в течение года Солнце как-то вот двигается по этой небесной сфере медленно, да? Двигается так, что, скажем, летом оно вот по такой окружности двигается, а зимой по какой-то другой, так что вот кусок над горизонтом, он получается гораздо более короткий. Ну вот, можно вот так изобразить, видите? Вот опять же, это самое управление, например, на полярную звезду, вот там Солнце взошло здесь, вот пошло по этой траектории, и довольно длинный кусок этой окружности, правда же? Довольно длинный. А тут, вот если вот здесь Солнце восходит, в этой точке, то будет очень короткий кусок этой окружности. Но это, опять же, немножко противоречит этому изначальному, хотя и неверному, принципу, что Солнце якобы восходит на восходе, да? Опять, как точка восхода, она бегает туда-сюда, еще забрать, почему так бывает.
Вот. Но если так, то мы все понимаем. Смотрите, здесь вот, если вернуться вот сюда, сколько длится световой день? Как это понять? Вот смотрите, вот мы видим траекторию объекта на небесный свет, звезды или солнца, чего угодно. Вот мы знаем, что это вот такая вот окружность. Вот есть две точки. Точка восхода вот эта и точка заката. Вопрос, за какое время вот эта вот звезда, которая взошла, потом села, вот она делает полный оборот от рассвета до рассвета. За какое время делает полный оборот по этой траектории? За сколько часов? За сколько часов? 24 часа. Согласен. Примерно. Согласен. То есть вот вся наша небесная сфера, она вращается со скоростью примерно один оборот за 24 часа. Да, разумеется, там есть некая погрешность, там есть тонкость. Вот. Но вот примерно за сутки делается полный оборот. Да? Ну, от рассвета до Солнца, примерно до рассвета Солнца, тоже около суток. Так вот, но вращается-то все более-менее равномерно. Нужно без всяких этих ускорений, да, все там равномерно вращается. И тогда смотрите, если я знаю, вот глядя на эту картинку, что, вот скажем, вот эта вот дуга, которая под горизонтом, это же у нас окружность, да, в эту траекторию, вот эта вот дуга, скажем, ну, одна треть от всей дуги, то есть та дуга, эта окружность, которая над горизонтом, она в два раза длиннее, чем та дуга, которая под горизонтом. Сколько времени находится наша звезда над горизонтом? Если весь путь это 24 часа, а над горизонтом в два раза больше времени, чем под горизонтом. Сколько времени? Над горизонтом. 16. Да, нужно 24 умножить на 2 трети. Да? Вот получается, 3 на 3 будет 8, да? То есть под горизонтом будет 8 часов, а над горизонтом 16 часов. Вот получается, что если в качестве звезды или этого небесного объекта у нас было Солнце, получается у нас 16-часовой световой день. Такой бывает вполне. А если бы вот эта вот часть, которая над горизонтом, она наоборот была, скажем, одна треть, вот как здесь, на этом рисунке, видите, вот одна треть от всего этого пути, весь путь проходится за 24 часа, а получается световой день, он всего лишь сколько? 8 часов. Да? Ну вот мы говорим, звезды неподвижны, там, да, солнце куда-то движется. Вообще давайте вот обсудим то, что мы наблюдаем на небе. Есть вот объекты совсем неподвижные, есть более подвижные. Неподвижные, ну вот скажем, звезды, мы считаем их неподвижными. Хотя в течение там, тысяч лет они, разумеется, чуть двигаются, потому что в мире все двигается, да, но вот в течение нашей жизни можно считать, что звезды неподвижны. Какие есть подвижные объекты, которые мы знаем? Кометы, да, но они редко встречаются, то, что мы постоянно видим. Астероиды. Астероиды вообще не видим, только если в телескоп. Планеты. Планеты, да, да. Кстати, между прочим, в древности планеты назывались то ли движущие, то ли живые звезды. Блуждающие, да. Блуждающие звезды, действительно. Они, некоторые из них довольно яркие, как это, Венера, там, Юпитер, Марс тот же. Они довольно яркие, и если увлекаться наблюдением неба, то можно легко заметить в течение, не знаю, даже месяца про Венеру, в течение там, года про Юпитер, что они двигаются относительно звезд. То есть, а еще более крупные объекты, какие у нас есть? Подвижные. Луна? Да. Да, Луна, конечно. Спутники, в смысле, спутники, да? Да. Ну да, я, кстати, видно, да. Но... В древности с ними плохо. Они быстро движутся. Итак, никто не назвал почему-то Солнце, да, но я, потому что уже называл его. Итак, подвижные объекты – это у нас вот Солнце, Луна, планеты, вот, астероиды, да, кометы. Ну, еще есть очень подвижные, так. Ну, не считая самолетов, там разных вертолетов,
которые совсем планеты, которые вот двигаются в космосе, которые двигаются на спутнике. Да. Итак, мы знаем, что в течение суток за счет просто того, что небо вращается, и любой объект, фиксированный на небе, совершает вот такой путь по окружности, который перпендикулярно плоскости этой окружности, перпендикулярно направлению на, например, на полярную звезду, мы отсюда можем сделать вот такой вывод. Вот если на эту картинку сейчас посмотреть, видите, здесь вот эта траектория на небесной сфере, она еще соединена с нами, которые здесь находятся, и вот желтыми линиями. Что это получается за такими лучиками? Да? Что это вот за такая поверхность получается? Если мы такие лучики вот так вот запускаем по окружности, получается некоторая такая вот, вот у нас есть некий центр, вот тут вот окружность такая вот, да? И мы вот соединяем вот туда вот дальше. Да? Сюда вот. Да, это называется конус, да? А как называется, если кто знает, вот у нас ось этого конуса, да, вот центр окружности, вот мы соединяем. Вращение. Это будет ось вращения, да, которая, собственно, генерирует или порождает наш конус, да? Ось симметрии. Она же будет ось симметрии, да, нашего конуса, да, 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 конечно. Высота. Ну, высота это если мы вот так усечем, такой вот рассмотрим это как в школе, там, в более старших классах, в стереометре там проходит конус, да, там в основании, скажем, круг, да, тут центр круга, сюда высота падает, и там что-нибудь, и задачки про это делать. Мы сейчас не про это, мы сейчас про вот такие вот, про, можно сказать, вот такие бесконечные конусы, такие неограниченные конусы говорим. Как же называется вот такой вот угол между оси нашего конуса и вот тем, что называется образующий конус, между любым таким лучиком. Кто-нибудь знает, как называется? Как называется такой угол? Угол чего конуса? Если я правильно понимаю, называется угол раствора конуса. Как он вот, вот. Растворенный в смысле, как сахар в воде растворяется, а вот растворен как дверь там. Растворенный, мы сейчас обсуждали слова, да, растворенного равновесия. Так вот, угол раствора конуса, это здесь очень важная вещь. Вот смотрите, если мы находимся на нашей сфере, то можно говорить, что значит, звездочка или там любой объект двигается по такой окружности на сфере, а можно говорить, что направление на наш объект, они заметают вот такой вот конус. Одно и то же. Просто конус пересекает, да, посмотрите, конус пересекает сферу по чему? Вот у нас, скажем, сфера, да? Вот есть некое направление вот сюда. Протыкает, дальше идет, да? И вот есть какой-нибудь конус. Вот мы дальше продолжаем вот сюда эти лучи нашего конуса. И этот конус, он как-то пересекает нашу сферу. Можно ли представить себе, как конус пересекает сферу вообще произвольно? Как? Ну вот если вот такой вот кругленький конус, да, вот если мы взяли окружности, вот так все соединили, то получается, что просто если конус вот такой круглый, то пересечение будет просто окружностью. То есть можно с одной стороны взять на нашей сфере вот эту вот траекторию окружность и получить конус. А можно наоборот, берем конус вот такой вот с осью, вот, вот, совпадающий с направлением полярной звезды, например, и он высекает на нашей сфере вот окружность. Что это в принципе? От чего зависит длина световой нет? То есть та доля этой окружности, этой траектории, которая приходится на путь над горизонтом. А вот тут вот некая фраза, видите, написано, что чем больше угол между направлением на полярную звезду и направлением на Солнце, тем, видите, короче, световой день. Надо эту фразу осмыслить. Вот у нас, значит, есть вот такой вот конус, ну,
такая траектория, которая сидит на конусе. И угол между направлением на полярную звезду и любым из этих желтых лучиков, он один и тот же здесь. Потому что он просто в сверхчастях равномерно, и угол все время один и тот же. Вертится. Вот. Но если мы возьмем другую точку восхода, это нам даст просто другой конус с другим раствором. То есть, смотрите, вот, если мы берем такой узенький конус, прямо вот вдоль этой синенькой, вдоль этого синенького луча, он вообще вот эту вот плоскость не пересечет. Правда же? Это вот как раз соответствует, давайте я вернусь сильно-сильно вот сюда, вот сюда, видите? Здесь, если мы берем точку, которая довольно близка к полярной звезде, то она вообще не будет за горизонт сходить. То есть у нее не будет ни восхода, ни заката, ничего не будет. Она будет просто там вращаться. То есть если угол между направлением на полярную звезду и направлением на наш объект, если он маленький, то до какого-то момента, мы будем расширять, до какого-то момента у нас просто не будет соприкосновения с плоскостью горизонта. Но мы расширяем, опа, коснулись, и там уже будет момент заката и восхода. Вот. И чем больше будем растворять наш конус, раскрывать, чем больше мы будем его раскрывать, вот так, тем больше будет участок под горизонтом, и тем меньше будет участок над горизонтом. И, например, вот такой вопрос. Можно ли понять, посмотрите, если мы находимся близко к полярной звезде, если этот угол очень маленький, то там вообще нет соприкосновения с плоскостью горизонта. Растворяем, пересекается, еще больше пересекается. Вопрос, когда та часть траектории, которая над горизонтом, будет составлять ровно половину всего пути? Что можно сказать про угол между направлением на полярную звезду, то есть ось вращения, и направлением на наш объект? Можно что-нибудь понять? О, верно, да, хорошо. Да. Это как раз, если мы возьмем вот в этой точке, то есть вот развернем до вот такого раскрытого, развернутого угла 180 градусов, вот так, да, и вот такая плоскость просто получится, да, то есть будет. То есть вот эта вот окружность, она вот сюда вот подвинется и будет на самом деле уже проходить через точку запада и точку востока. Это как раз есть вот то самое, что называется равноденствие. Оно бывает в сентябре и в марте, да, то, что в районе 22 сентября, марта. И это как раз те дни, когда день по длине равен ночи, более-менее. Да? Вот. То есть до этого момента у нас получается точка восхода и точка заката, они ближе к северу. Потом вот эта вот плоскость по какой-то причине двигается в эту сторону. Сейчас мы поймем, по какой причине. Точки восхода и заката, они движутся в сторону юга. В какой-то момент они пересекают восток и запад. И в этот момент будет ровно половина пути, да, над плоскостью горизонта и ровно половина пути под плоскостью горизонта. Это и есть вот это самое равноденствие. Как же нам понять, вот, чтобы нам хотя бы четко ответить на первый вопрос, где у нас север в той самой задаче, нужно на самом деле подумать, как устроено, там, пронаблюдать некоторые симметрии. Одну симметрию мы уже можем наблюдать. Вот вопрос, смотрите, вот есть точка восхода, вот та самая, вот там, и точка заката, фиксированного объекта, любого, солнце, звезда, не важно чего, в течение суток, взошло север, и есть направление на север, которое есть, просто вот проекция такая, да, ортогональная проекция, просто вниз, роняем эту ось, это есть направление на север. Можно ли отсюда как-то чего-то сказать про направление на точку восхода, вот ту самую, и точку заката? Не будет ли здесь какой-нибудь симметрии? Они не берут друг друга.
Равнобедренные, если мы возьмем любые точки на окружности, да, из центра, любая окружность, берем центр, раз, два, да, там равнобедренный треугольник, это вот равно лучше, да, везде радиус. Этого мало. Можно еще кое-что пронаблюдать. Если точка симметрична относительно линии северо-юг. Да, совершенно верно. Ведь смотрите. И сколько, какие точки? Восход и закат. Если мы берем любую звезду, фиксируем ее, да, вот у нас звездочка, вот ее траектория, она взошла в какой-то момент и вот села в какой-то момент. Что это означает? Вот она двигается по этой окружности, вот она вылезла из-за плоскости горизонта, и вот она раз, в ней вернулась. Дело в том, что, вот смотрите, у нас вся эта наша картинка, она симметрична относительно вот какой штуки. Вот если мы возьмем направление на зенит, да, вертикальное направление, и направление на север, у нас получится такая вертикальная плоскость, да, вот такая стена. Вот эта вертикальная плоскость, относительно нее вся наша картинка, она симметрична. Что конус симметричен, что плоскость горизонта, что небесная сфера, там все это не симметрично. Потому что ось вращения находится в этой плоскости. А раз все симметрично, то вот направление пересечения, они тоже обязаны быть симметричными. Ну вот, в принципе, это вот, если глазами посмотреть, то это можно прочувствовать зрителю. На картинке есть направление на полярную звезду. Ну, это понятно. Это направление, так сказать, это вдоль оси вращения Земли. Отлично. А что такое направление на север? Что такое вообще север? Мы в самом начале говорили. Я боюсь, что уже все забыли. Смотрите, мы когда стали рассуждать про то, что такое стороны света, юг, запад, восток, мы сказали, что самое главное – это направление на север, а от него все рассчитается. А как оно у нас определилось, направление на север? Мы обнаружили, что небо вертится вокруг примерно полярной звезды, а потом что сделали? Ну, вот если вот там все вертится, да, то ну, север же не там, он же там, да? А что это значит? Не там, а там. То мы просто берем и роняем вот так вот на плоскость, да? Раз. Нет, а что такое роняем все-таки? Что такое роняем? Строгость, как называется? Строгая плоскость по этой линии. Строим плоскость как, через что? Через радиус вектор и направление на... То есть на самом деле опускаем перпендикуляр из направления на полярную звезду, опускаем перпендикуляр на касательную плоскость. Замечательно. Теперь второй контрольный вопрос. О чем сейчас говорит лектор? Так, если в двух словах. О положении Солнца. Какой-либо участок. О положении какого Солнца? Какого Солнца, не знаю, много их. Вот возьмем Солнце летом и зимой. Летом в одной части, зимой в другой, и о положениях их относительно Земли. Относительно Московского университета. Нет, бог с университетом. Пока еще университет вообще не фигурировал. То есть он вначале был, конечно, но пока что все это общие вещи. Университет ни при чем пока. Так, кто-нибудь кроме Миши может сформулировать примерно, о чем сейчас нам говорят? Солнце расположено относительно Земли далеко. Ну, например, угол между наблюдателем, да. Твоя версия какая? Во-первых, сфера. И можно провести касательную плоскость. Это линия горизонта, это пересечение небесной сферы с этой плоскостью. Хорошо? Да не знаю, хорошо, нет, дальше. Теперь у нас есть направление на полярную звезду. Да. Есть траектория Солнца. Да. К любой звезде можно построить конус, который будет однозначно ее задавать. Ее траекторию. Ее траекторию. Не ее, а ее траекторию, да. Теперь рассмотрим угол по оси симметрии конуса и его стенки. Этот угол, чем больше, тем меньше световой день для Солнца. То есть, чем меньше этот угол, тем больше количество времени звезда на видимой нами части шара.
небо. Поэтому чем меньше этот угол, тем больше звезда. Не больше звезда. Увеличение этого угла есть, например, когда солнце касается, дальше уже пересекает. Сегодняшний день влияет на солнцестояние. И вот этой вот ночью луна была полная, и открывает нас в себе. Нет, это случайности такие звезды. Луна, да, луна сейчас ни при чем. Нет, имя человека на деле ни при чем вообще. Ни при чем. Еще было некое наблюдение про нефтью симметрию. Да, да? Это... Что за симметрию мы проблемы? Направление на полярную звезду – это ось симметрии конуса. Да. И тема. И это никто не понял. Вот это я ограничиваю. Ось направление на север-юг – это ось симметрии. Есть то, что восхода, есть то, что заката, они симметричны, и все остальные можно также однозначно соответствовать и поставить точку. Итак, у нас есть ось симметрии или у нас есть плоскость симметрии? Эти две прямые образуют плоскость симметрии. То есть направление на полярную звезду и направление на север. Посмотрите, я полярная звезда. Вот я смотрю сюда, там у нас находится некий наблюдатель с его плоскостью горизонта. Вот ее плоский горизонт, а я правильно звезда. Я вот смотрю туда, вот сюда, вот тогда втыкается ось вращения этого самого конуса некого, да? Вот, который задает нам. Но не под 90 градусов, а под каким-то другим. Ну вот я специально нарисовал вот плоскость горизонта такую косую, что это на самом деле круг, мгновенный круг, да? Просто я на него смотрю под углом. Я полярная звезда, я вот так вот смотрю сюда, да? И вокруг это направление на меня вот, есть некоторый конус. То есть для меня это просто вот такая окружность. И видите, вот я направление на полярную звезду, как на этой картинке изобразить направление на север, если мы знаем, что это просто проекция на плоскость горизонт, вот эта вот плоскость горизонта. Это направление отсюда куда? Вот сюда прямо звезда, нужно вниз ее опустить. Перпендикулярно плоскости. Это вот просто вот сюда, так ровненько вот сюда. Да? Это будет направление на север. А я вот смотрю туда, в этого наблюдателя, и из него растет вот такой вот конус. Вот тут вот будет точка пересечения с горизонтом одна, а здесь будет другая. И вот эта вот плоскость такая вертикальная, которая проходит через направление на меня, на полярную звезду, направление на север и направление в зенит вот сюда, да? Вот эта вот вертикальная плоскость. А с нее тут все симметрично. То есть, на той картинке? Чтобы вы это глазами просто увидели. Да. Не формально доказали, а просто чтобы вы это почувствовали. Нет, на той картинке есть два синих вектора. Написано направление на полярную звезду, направление на север. Важно понимать, что вот этот путь, который вот нарисован такой стрелочкой, путь звезды, он симметричен относительно этой плоскости. Понятно? А поэтому две точки, восход и закат, они тоже симметричны относительно вот этой вот показанной синими векторами плоскости. Итак, мы сейчас поняли, я надеюсь, некоторую вещь, что длина светового дня напрямую зависит от угла, от раствора этого конуса, то есть угла между направлением на полярную звезду и направлением на Солнце или тот объект, движение которого мы исследуем. Поскольку мы говорим про Солнце, то давайте говорить про Солнце. То есть нам интересно, вот на этой картинке это просто угол между синим направлением на полярную звезду и желтыми любыми лучами. Вот. Чем он больше, тем меньше световой день. Итак, что же это за угол между направлением на полярную звезду и направлением на Солнце? Как мы уже сказали, в течение года точка, вокруг которой все вращается, она более-менее одна и та же. Поэтому ось
вращение Земли, она в течение года, вот тут плохо, к сожалению, видно. Ах. Видно ли вот эти вот фиолетовые такие вот... Нет, не видно. Торчащие плохо видно, да? Но, ребят, в общем, они все равно есть. Есть такое понятие – закон сохранения момента импульса. Когда тело вращается, то вот эта ось вращения, она более-менее сохраняется. Это, ну, это не вполне просто, это, ну, в общем, поверьте, что это так. Ну, не знаю, вот это юла и так далее. Ну, тут нам даже сейчас не очень важно, почему оно так физически получилось. По крайней мере, мы это наблюдаем глазами, что так оно и есть. И действительно, это очень хорошо согласуется с некоторыми там законами сохранения, там, минимум чего-то там, да. Вот смотрите, вот если это Солнце, то ось вращения Земли, то есть проходящая через северный и южный полюса, она вот так вот просто бегает вместе с Землей. То есть Земля вот так вот вращается, и вот это вот направление, оно все время направлено. А Земля вращается вокруг фломастера вот этого? Нет, вот Солнце, вот это вот Солнце, а фломастер это ось. Вот, а Земля вращается вокруг, да, суточное, да, вращение, это вот это. А Земля вот так вращается вокруг фломастера, она вот так вот движется, и вот этот фломастер так вращается, и вот так все движется. Да? В этом году на лектории Малого Мехмата было аж две лекции о гироскопах. И там показывали эти самые гироскопы, ну, просто вот как это крутится. И что же получается? Смотрите, вот если мы вот так вот вертим, да, вот так вот двигаем эту ось вокруг Солнца, будут некоторые положения, в которых эта вот прямая, задаваемая фломастером, она будет перпендикулярна направлению на Солнце. Что это за момент? Вот если вот тут мой нос, да, вот я вот так вращаю, вот, в какие моменты на стене моего носа направление на кулак, на Солнце, будет перпендикулярно вот этой вот оси, задаваемой фломастером, этой прямой. Вот тут будет перпендикулярно? Нет. Здесь вот направление, а вот это тут. Ни разу. Вот тут будет перпендикулярно? Нет. Здесь вот направление, а вот это ось, угол большой. А вот тут? А вот тут? Да? Да. Вот именно это именно те самые моменты, когда у нас бывает. А вот здесь написано осень по-английски, там весна, да, это как раз вот те самые моменты. Если это солнце, да, вот оно в меня светит, или, скажем, вот сюда вот светит, оно в таком положении, видите, оно освещает, солнце всегда освещает ровно половинку земного шара. Вот эта вот тень, вот где начинается тень, она, собственно, двигается, да, по Земле, из вращения Земли. Из-за этого бывает день и ночь. Вот. И в дни весеннего и осеннего равноденствия эта тень, то есть граница тени, она проходит ровно через полюса. То есть вот все вот так вращается, да? Вот так здесь изображено, вот так вращается, и получается, что на любой широте у нас день равен ночи. А если мы находимся вот тут или вот тут, все совершенно иначе. Видите, вот там, вот вон там северный полюс, из которого торчит фиолетовая ось вращения. И видно тут, вот, если мы вот так вращаемся, да, вокруг этой оси, то если мы находимся около этого самого полюса, то мы всегда видим Солнце. Отсюда бывает полярный день. А если мы находимся наоборот, вот около южного полюса в этот момент, то мы находимся всегда в тени, и поэтому Солнце не видим, где-то бывает полярная ночь. А почему написано fall, а не all? А это просто американский термин для осени. Вот он это по-британски, он еще более, так сказать, классическое название. А fall это Юля, месяц листопад есть? Да. Какой? Октябрь. Вот это что-то вроде украинского листопада. Фолот и падать. Итак, мы знаем, что бывает положение, когда это ось перпендикулярно, бывают вот другие совсем положения. Мой вопрос вот в чем сейчас. Как понять вообще, в каких пределах вот этот угол меняется?
границы вот эти, да? То есть, смотрите, вот гипотеза такая у нас сейчас, что наиболее маленький этот угол между осью нашей, то есть направлением на полярную звезду, и направлением на Солнце, вот в этот самый момент, когда в нашем полушарии лето. И самый большой, получается, самый-самый такой развернутый, в сторону развернутого угла, самый тупой, да, это вот в момент противоположного. То есть вот если вот на этой картинке, да, вот раз, этот момент, он соответствует нашему лету, и угол самый маленький. А тут угол самый большой. Вот он, да? Вот он. Самый большой. Раз. Ну, и что теперь нужно сказать? Теперь нужно, ну, смотрите. Давайте не будем доказывать, потому что самый большой, самый маленький. Это мы не будем доказывать, потому что там нужно чуть-чуть порассуждать. Там надо знать, что такое скалярное произведение, если честно, проще всего. Проще всего, да, через скалярное произведение, да, мы это делаем. Вот если еще раз на эту картинку взглянуть, вот красная окружность, видите ее, это траектория Земли вокруг Солнца. А эта окружность, она вот лежит в некоторой плоскости, в плоскости орбиты нашей Земли. И по сути, смотрите, если у нас вот это вот направление на полярную звезду, то есть ось вращения Земли вокруг своей оси, ось вращения вокруг своей оси, да, если эта ось, она все время направлена в одном, она направлена на полярную звезду, то можно говорить о угле между этой нашей фиолетовой осью на полярную звезду и плоскостью нашей орбиты. То есть вот, да, вот, нет. А, да, и он все время постоянный. Да, вот это вот, видите, вот горизонтальная плоскость, если я вот так ввожу фломастер, угол между фломастером и плоскостью, он постоянный. И вот оказывается, ну, просто если мы пронаблюдаем дальше, измерим, он оказывается равен, этот угол равен примерно 66,5 градусов, вот, и он достигается вот в этот момент, когда ось наиболее, вот, наиболее наклонена к нашему Солнцу, наклонена к Солнцу, он был самый маленький, в этот момент самый далекий, получается, что в одном случае будет ровно этот угол между осью на полярную звезду и плоскостью орбиты, да? А в противоположном положении, ну, будет 180 минус, да? То есть дополняющий угол. Итак, вот эти параметры мы знаем. То есть в течение года получается угол между направлением на полярную звезду и направлением на Солнце, он меняется вот именно в этих пределах. От этого числа, 66,5 градусов, до примерно этого числа, 13,5 градусов. Вот, там вот, где-то болтается. И вот еще одно очень-очень важное наблюдение про еще одну некую симметрию. Вот смотрите, мы говорили про, значит, угол раствора конуса, да, вот такой угол, да, угол это и есть, который нас интересует. Что такое угол фи и угол 180 минус фи? Это же просто мы берем и вот так вот симметрично, вот, скажем, на плоскости просто берем вот так вот два луча. Это некий, вот тут вот, вот есть ось симметрии, есть некий угол фи, да? Что такое 180 минус фи? Отсюда вот сюда вот так вот равно отложить, и вот этот угол, это будет 180 минус фи. Видно? Ну да, да, конечно, это они понимают. Вот, ну и получается, что в случае просто плоскости мы... Называется вертикальные углы. Да. Эта конструкция дает нам просто две прямые, пересекающиеся в одной точке. А в трехмерном случае получается, что вот конус мы получили как то, что заметается лучом, а если мы этот луч продолжим до прямой, то получится вот такой вот двусторонний конус, да, как песочные часы. Так смотрите, мы же знаем, что 22 июня, когда угол самый маленький, то есть
когда день самый длинный, солнце двигается по одной окружности, которая задается конусом с вот таким расходом, а 22 декабря, когда угол самый большой, то есть день самый маленький, солнце двигается по вот такому вот конусу с углом вот таким слоем, минус вот это дело, да? Получается вот какая замечательная штука. Значит, если мы знаем, что так, они же симметричны. Вот, получается, что если мы возьмем вот это вот положение летнее, самое-самое летнее, и самое-самое зимнее, эти два конуса, они симметричны. А что это означает? У нас же получается вот это вот раз прямая, там, два прямая. То есть если мы берем вот этот вот наш луч из точки, где мы находимся, в сторону восхода, вот здесь, да, это луч, который сидит в нашем конусе. И, может ли сказать, мы его продолжаем до прямой, этот луч. И получается второй симметричный конус. Получается, что если вот этот луч направления на восход мы в другую сторону продолжим, мы получим луч вот того конуса, то есть точку заката в зимнем положении. То есть получается точка восхода летняя самая, то есть 22 июня, она вот через центр, через наш наблюдатель, вот так симметрично точке заката зимнего солнца, самого зимнего, то есть 22 декабря. И все, смотрите, что получается. Для первого вопроса все уже, вот у нас направление, это восход в июне. Июнь, да? Вот это вот восход в декабре. Где у нас закат в декабре, если мы знаем направление восхода в июне? Из тех соображений мы должны быть в обратном направлении. Как написано? Из этого направления сконструировать точку заката. Просто вот сюда. Значит, это будет направление заката. Значит, июнь – восход. Тут декабрь – восход. Значит, симметрично июнь – восход будет декабрь – закат. А симметрично декабрь – восход будет кто? Июнь – закат. Сюда будет июнь закат. А теперь вспоминаем, что в один и тот же день направление на восход и направление на закат, скажем, в июне, в нашем 22 июне, да? А эти два направления, они симметричны относительно чего? Север. Направление на север, то есть оси север-юг. То есть вот эти вот два направления, вот одно направление, вот другое направление, они симметричны относительно какой прямой? Если тут вот мы наблюдаем угол 90 градусов. Вот эти два направления, этот луч, этот луч, это восход в июне, это закат в июне. Прямой восход придет. Конечно. Да. Рисуем вот так вот биссектрису, то есть чтобы здесь было ровно по 45 градусов. И вот это вот направление будет на север. Ну и все, дальше вот сюда будет восток, сюда юг, сюда запад. То есть на вопрос, где север, мы сумели ответить. То есть мы сумели восстановить все стороны света. И кроме того, мы еще вот из этой картинки вот что наблюдаем, из симметрии вот этого летнего конуса и зимнего конуса, мы еще вот что интересно наблюдаем, что самая северная точка восхода и самая южная точка восхода, они симметричны относительно какого направления? То есть вот если это вот эта вот самая северная восход, это самый южный восход. Вот это у нас закат, самый северный закат, это у нас самый южный закат. Самый южный из всех? Самая южная точка, да, заката, да, из всех, которые бывают. Мы знаем, что вот эти вот два направления, они симметричны относительно оси север-юг.
А стало быть, если мы вот так вот перпендикуляр проведем, да, это будет запад, а это восток. И как вот эти два уголочка были равны, так и вот эти вот два уголочка будут равны. То есть получается, направление на восток это ровно биссектриса угла между самым северным восходом и самым южным восходом. То есть получается, что на самом деле верно утверждение, что Солнце восходит на востоке. Но нужно одно очень важное слово добавить. Оно восходит на востоке в среднем. Оно вот около верно болтается туда и сюда, как в среднем вот там. То есть в этом смысле, конечно, это правда. А так видите, что угодно бывает. И причем ровно на востоке Солнце восходит в какой день? Тогда, когда у нас вот эта окружность, вот эта дуга, это ровно половинка. Да, это ровно дни равноденствия. Ну там вот, в сентябре, в марте, например, 22 сентября. Июнь и декабрь это наоборот крайнее положение. Да. А надо между ними взять середину. Да, совершенно верно. Да. Кстати, да, это я не сказал, да. То есть вот есть у нас июнь, да. Действительно, это вот крайнее положение, да, по времени нужно взять как бы биссектрису по времени, да, то есть поделить ровно пополам время, получится как раз 20-какое-то сентября и марта. Вот, ну то есть вот здесь это именно изображено, скажем, вот эта вот самая северная точка восхода, самая северная точка заката, вот тут вот ровно на западе, на востоке закат и восход, ровно вот, вот там 21 марта, 20 сентября, то, что мы уже сказали. И вот еще интересная картинка про то, что происходит в некотором смысле в крайних положениях. Смотрите, что происходит на экваторе и что происходит на полюсе. Ведь если мы... Вот смотрите, чем прекрасен полюс и одновременно ужасен? Если мы находимся... Вот мы стоим на полюсе. Где направление на полярную звезду? Если мы на полюсе. Вот там, в зените. А теперь, если мы спроектируем вот ортогонально на плоскость, что получится? Спроецируем. Да. Точка. Точка получится. То есть, как же, она будет в направлении. Не получается? А раз нет направления, то нет востока, запада и юга. Ну, так и есть. Действительно, вот в этих точках, в полюсах, что в северном полюсе, что в южном полюсе, не получается нормально спроецировать направление на полярную звезду, да, так что получилось направление, оно все в точку падает. То есть там не определены стороны света. Вот. Если мы отходим хотя бы на километр, уже чего-то более определено. Направление будет сюда, будет север, ну и так далее. Но еще одна значительная вещь. За счет того, что у нас ось вращения, то есть та, которая на полярную звезду, она вертикальная, она прямо в зенит смотрит, то вот этот конус, по которому все вращается, он вот вращается вокруг этой оси, и получается, что окружность, она, вот, видите, вот все ходит по окружности, которая параллельно плоскости горизонта. Вот это здесь и происходит. То есть на полюсе происходит совершенно замечательная вещь. Солнце в течение дня ходит просто параллельно горизонту, линии горизонта. То есть в течение года она по такой очень-очень-очень медленно меняющейся спирали, вот, между витками. По спирали вот так вот ходит, все пытается сесть, постепенно залазится горизонт, вот так вот уже ходит, и потом пропадает на некоторое время. Потом обратно возникает. Вот. То есть, в принципе, если следить за центром Солнца, то момент пересечения горизонта, он вообще может быть где угодно, там, в любом направлении. Там. Это очень интересно. Про это подумать, но это уже чуть-чуть другая тема. А на экваторе, смотрите, получается, что направление на полярную звезду, оно где? Вот если мы находимся на экваторе, оно же как оно расположено по отношению к плоскости горизонта. Направление на полярную звезду. Да, оно прямо в ней находится. То есть вот так как вот было здесь изображено, на экваторе, прямо она лежит на горизонте. Вот вокруг этого все вращается. Да? И получается, что окружности
по которым все двигается, они, ну, находятся в плоскостях, на горах перпендикулярных плоскости горизонта. Здесь все параллельно плоскости горизонта, а тут все перпендикулярно плоскости горизонта. Вот. И здесь, кстати, мы можем понять, насколько большим может быть угол. Вот. Если мы находимся на экваторе, мы можем даже прям понять, чему равен угол между самой северной точкой восхода и самой южной точкой восхода. На первый вопрос мы ответили, а чтобы ответить на второй вопрос, на такой широте, тут нужна сферическая тригонометрия. Звучит, может быть, устрашающе, не просто тригонометрия, а сферическая. Но на самом деле это довольно простой пример из этой науки. И сначала нужно просто понять, что такое широта, долгота вот всех этих объектов. То есть, если вопрос про широту, да, ну, что это такое? Ну, чего там? Есть вот у нас два параметра на поверхности Земли. Это широта и долгота. Да? С ними связаны эти параллели и меридианы. Да? То есть, что такое долгота? Это мы берем, сначала давайте лучше возьмем экватор. Да? Берем экватор, это просто плоскость, перпендикулярная направлению плоскость, на север, на северный полюс. Плоскость, которая проходит через центр Земли и которая перпендикулярна направлению на полярную звезду. Вот, то есть перпендикулярно оси вращения. Если она проходит через центр, то все получится такая большая окружность, да? Это и будет наш экватор. Вот. И если мы от этой плоскости экватора поднимаемся вот в сторону севера, например, на сколько-то градусов, вот это вот количество градусов, это и широта. Вот и все. То есть 90 градусов это будет просто полюс, 0 градусов это будет экватор. А вот мы там находимся где-то, там, Аверия, скажем, на 41-й широте находится, Москва на 56-й, ну, кто где. А долгота определяется, нужно взять, значит, плоскость, которая проходит, да, во-первых, опять же, через центр Земли и через полюс, это важно. И через некоторое конкретное место в Англии, там город Гринвич, там есть одна обсерватория, они первые это все стали делать, поэтому от них все отсчитывается. Это вот нулевой меридиан считается. И вот если мы от этой плоскости поворачиваемся, у нас сколько-то градусов, вот получается долгота. Долгота. У нас интересует широта. И как мы сейчас поняли, это просто угол между плоскостью экватора и направлением каким? Смотрите, направлением из центра Земли в нас. А помните, как мы строили направление в зенит? Вот центр, вот мы, да. Где направление зенит? В зенит. Из центра вот сюда, протыкая в нас, это будет направление в зенит. Оно будет как раз перпендикулярно плоскости горизонта, которая есть касательная к этой сфере, в этой точке. Если у нас есть на плоскости просто вот раз прямая и вот два прямая, ну вот, вот, скажем, угол, который нас интересует. А есть две другие прямые. Вот, скажем, я их цвет нарисую. Вот есть зеленая прямая. Она перпендикулярна вот этой черной. А есть красная прямая, которая перпендикулярна вот этой черной. И между ними есть угол. Как связаны эти два угла, которые я отметил? Равны. Да, они равны, конечно. То есть, можете просто посчитать, да, вот здесь, раз здесь угол 90 градусов, то вот этот уголочек. Значит, просто повернули все на 90 градусов. А, да, совершенно верно, да, все гораздо проще. Мы просто всю картинку, да, просто поворачиваем 90 градусов. Вот. И при этом этот угол между черными прямыми просто переходит в угол между красной и зеленой прямой. Вот. Нечто похожее имеет место и в трехмерном пространстве. Но там, правда, нужно говорить не про прямые, а про, вот скажем, вот есть раз плоскость и прямая какая-то. Нас интересует угол между этой прямой и этой плоскостью. А есть, опять же, значит, нужно нечто перпендикулярное этой плоскости. Это у нас прямая. Прямая перпендикулярная этой плоскости. Так. И плоскость перпендикулярна этой прямой черной. Раз, вот так.
В общем, представьте себе две кнопки. Да, да, да. Две кнопки, да, да. Вот. Плоскость и перпендикуляр. И другая плоскость и перпендикуляр. Вот черная плоскость и красный перпендикуляр – это одна кнопка. Зеленая плоскость и черный перпендикуляр – это другая кнопка. Вот они вот так вот пересекаются. И то же самое. Оказывается, что значит, угол между черной прямой и черной плоскостью равен углу между красной прямой и зеленой плоскостью. Это нам сейчас важно, потому что отсюда мы делаем вот какой. Мы можем себе сильно задачу упростить, свести к тем понятиям, которые у нас уже были, про которые мы все говорили. Пока что у нас широта – это угол между направлением в зенит и плоскостью вот этого экватора несчастного, а у нас есть прямая, которая перпендикулярна плоскости экватора. Это что за прямая? Ось вращения Земли, которая смотрит на полярную звезду. И есть плоскость, перпендикулярно направлению в зенит. Это что за плоскость? Это плоский горизонт. То есть широта – это просто-напросто угол между… Вот там, видите, изображен вот, плоскость горизонта белая и направление на полярную звезду. Вот угол – это он и есть. Вот по этому принципу. То есть нас вот это получается, интересует. И получается совершенно замечательная вещь, которая ну, вообще является частью вот, такой науки, как сферическая тригонометрия. Да? У нас получается вот у нас плоскость горизонта, вот направление на север. Вот направление на полярную звезду. Направление на север, вот, бирюзовое, оно получается просто проекция ортогональная направления на полярную звезду на нашу плоскость горизонта. То есть вот эта вот плоскость, вот эта плоскость, она перпендикулярна черной плоскости горизонта. Вот. У нас есть два направления на восход-закат, которые симметричны относительно направления на север. И более того, мы знаем из вот этого нашего наблюдения, что угол-то между ними 90 градусов. Поэтому бисектриса, которая есть направление на север, она делит пополам, поэтому там 45 градусов. И что мы еще знаем? Мы знаем. Вот смотрите, зеленый угол, который тут он плохо видно, что он зеленый, в общем, между направлением, между желтой образующей полосы и направлением на полярную звезду. Это вот тот самый угол, про который мы говорили. Например, на полярную звезду и на Солнце. И здесь вот, когда самый длинный световой день, у нас самый маленький угол раствора полоса. А самый маленький – это 66,5. Вот то, о чем мы говорим. Нужно болтать между 66,5 и чем-то еще, да? 180 градусов. Вот. То есть, смотрите, мы знаем, вот тут вот два угла, 45 градусов между бирюзовой и желтой прямой. Знаем угол между желтой прямой и синей, который направляет на звезду. Это вот эта штука. И знаем, что плоскость бирюзово-синяя, она перпендикулярна черной плоскости. И нам нужно найти вот этот вот угол Хиева, значит. Как же его найти? Оказывается, смотрите, тут, вот, где здесь, почему сферический и почему тригонометрия? На самом деле, мы имеем дело вот с такой замечательной ситуацией, когда на сфере мы можем рассматривать треугольники. Ну, понятно, что на сфере нет никаких прямых линий в нашем понимании. Там под прямыми линиями, и это, на самом деле, очень нетривиальный момент, имейте в виду. Под прямыми линиями там понимаются дуги вот, больших окружностей, то есть вот как экватор. То есть мы берем любую плоскость, которая проходит через центр нашей сферы. Она пересекает сферу по вот такой большой окружности. Вот эти окружности называются прямыми в этом сферическом мире. На самом деле это очень естественно. Это на Земле это получится тоже. Если мы берем расстояние, там, скажем, от Москвы до Аллея, как мы его считаем? Мы же двигаемся по поверхности. Вот самое короткое расстояние, это и будет как раз вот по вот такой вот дуге. Поэтому довольно естественно эти дуги называть прямыми. Ну, короче говоря... На самом деле они, конечно, не прямыми называются. Говорите правду. Нельзя геодезическими называть, хорошо.
Геодезическая. Есть просто такое слово. Геодезическая линия. Это вот такая кратчайшая линия на кривой поверхности. Все хорошо. Мы, кстати, однажды такое маленькое вступление. Левич ходили в поход, и там, значит, мы гребли, да, и вот когда вода была довольно, речка была довольно мелкая, там была куча водорослей. Там вот прям вот было видно, как говорит, течение, это, эти вот водоросли, вот туда, сюда, вот так вот. То есть видно было, куда идет течение. И быстрее всего плыть как раз вот по той траектории, которая задается течением. Да? И можно было прям глазами увидеть, куда это все вот направляется, да? Именно за счет того, что видно водоросли, они такие длинные, они так наклоняются под течением. И вот прям видно, вот куда, вот сейчас здесь, сейчас они вот сюда наклоняются, а там вот через 2 метра они сюда пошли. Поэтому мы раз, поворачиваем и идем туда. И получилось очень удачно. Мы как раз шли по геодезической, по самой кратчайшему пути. За счет этого мы все попадаем. Итак, по сути, что мы имеем? Вот на предыдущей картинке, видите, у нас, по сути, просто три плоскости. Одна плоскость бирюзово-синяя, другая плоскость черная, плоскость горизонта, и третья плоскость вот эта вот желто-синяя, да, которая через, например, на звезду и на Солнце, на закат. Вот. Три плоскости, они пересекаются. Получается так называемый трехградный угол. У него раз грань, два грань, три грань. Трехгранный угол. Причем один из них, из этих углов, он прямой. Бирюзово-синий, она перпендикулярна черной плоскости. Правда же? Если мы теперь возьмем, вот как нам получить сферическую постановку? Нам нужно взять любую сферу с центром вот этой точки и посмотреть, что за дуги высекают наши три плоскости на этой сфере. Получится не гиперболик, вот такой мотив. Да? Поскольку вот одна плоскость перпендикулярна другой, то угол между вот этими вот дугами, можно это объяснить аккуратно, он равен 90 градусов. То есть на самом деле что нужно сделать? Нужно взять, вот мы берем вот эту окружность, да, берем плоскость, в которой она сидит, берем касательную к этой окружности, это будет прямая. Берем желтую эту окружность, она тоже в плоскости сидит. Берем касательную в этой точке, это тоже прямая. Угол между двумя прямыми, пересекающимися, это понятная штука. Да? А что такое угол между двумя плоскостями? Мы берем одну плоскость, другую плоскость, берем какую-нибудь точку здесь, проводим в одной плоскости прямую, перпендикулярно этой прямой. Выставляем. Выставляем перпендикулярно из этой точки в одну плоскость и в другую. И смотрим на угол. Это и есть угол между плоскостями. Это по определению, ребята. Это просто определение. Конечно, можно доказывать, как называют, корректность, что какую бы мы точку на этой прямой не взяли, угол получится один и тот же. Ну, пока что поверьте. Вот. И оказывается, что действительно вот этот угол между этими двумя касательными прямыми, это он и есть, это угол между этими двумя плоскостями. Короче говоря, мы имеем на сфере прямоугольный треугольник. Вопрос. Можете ли вы придумать на сфере треугольник, у которого все три угла прямые? Он очень понятно, очень красиво устроен. Да. А? Можно. Как? Ну, здесь прям плоскость экватора, Гринвич и северный полюс и центр Земли, и возрастает на них. Вот как здесь, да? Вот. А, смотрите, очень хорошо, да. Если мы возьмем вот здесь вот угол, не 50 градусов, как здесь, а возьмем 90 градусов. То есть будет вырезана такая вот как восьмушка этого... Октант. Называется октант. Да. Восьмая часть пространства. Восьмая часть, да. Октант. Вот такая восьмушка этого шара будет вырезана, и прям вот там видно, что все углы будут прямые, да? И вот этот угол, он прямой, тот угол будет прямой, и тот будет прямой. То есть на сфере неверно, что сумма углов, она... сумма углов треугольника равна 180 градусов, на самом деле больше. И оказывается, для сферических треугольников есть такая же богатая наука, как и про обыкновенные плоские треугольники. Там тоже можно брать и бисектрисы, и медианы, там высоты отпускать, можно доказывать теоремы синусов, косинусов, короче, считать все на свете, что считают про обыкновенные треугольники. Просто иногда это будет выглядеть чуть-чуть более громоздко, чем
для плоских треугольников. Но тут нам нужен хоть и очень содержательный, но очень просто выглядящий факт. Нам нужна теорема Пифагора на сфере. То есть теорема про прямоугольный треугольник. Кто знает обыкновенную теорему Пифагора для обыкновенного треугольника? Сумма квадратов качества – это квадрат гипотенузы. Так вот, оказывается, здесь... Если честно, это все бесполезно. Вы сейчас пытаетесь объяснить факт, который они все-таки еще не знают. Да, да. Проще сказать, британские ученые доказали, вот, я тоже думаю, да. Что... ребята, дело в том, что просто в свое время вы выучили, это бессмысленно тратить время. Да, потому что астрономическая часть, извините, отдельно, а вот, это стандартный школьный материал, но просто чуть более старшего класса. Тригонометрия возникала как сферическая. Это потом уже она стала плоской и так далее. Сначала она возникала как сферическая. И уверяю вас, каждый, кто будет заниматься там математикой, физикой хоть сколько-нибудь, до теоремы синусов и теоремы косинусов для сферического треугольника дойдет. Соответственно, ребята, пока ученые доказали. Давайте. Хорошо. Да. Ученые доказали. Прямой угол здесь вот, да, мы знаем, вот у нас два качества, синий, красный, зеленый, это гипотенуза. Ну и вот косинус этого угла, может, на косинус этого угла, равен косинус этого угла. Вот там теорема Пифагора на сфере. Ну и все, отсюда просто считаем косинус 45 градусов. Один разделить на корень из двух. На корень из двух. Ну косинус 6,5 градусов, это нужно уже из двух. Ну и получится широта примерно 55,7.